Ну что вы? Как дела у вас у всех? Добрый вечер. Самая красивая машина у меня тут во дворе, блядь. Да? Пошли, Симуша, пошли домой сразу. Со старта уже будем снимать. Пошли, пошли, пойдем, пойдем, резче. Пошли, трёшься там. Сима, давай, 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 давай. 3D-шный подъезд у меня, как вы видите, моднял. Ой, Викторовна уже клеит обои у соседки, доклеивает. Так, что вам показать, рассказать? Здрасте всем. Пошли, Дось, пошли. Тебе в первую очередь надо дать поесть. Потом уже все, ой, блин, повключаем. Спиночка моя вчера на радостях попустила. Давай вчера воду тягать. Гупешек менял. А, фильтр вчера поменял очередной раз. Вот я вчера его новый поставил, он уже подчернел. Класс, водица. Что ты? А, сейчас, Семеновна. Так, что-то вчера вот я наловил десяток шлёсиков отсюда и все. Да тише будь, на. Макароны ты не хочешь? Дайте нам вкусняшек, как говорится, да? Так. Так, с утра сюда заглядывал, не было никого. Может, это кто-то... Так, а как они тогда в отсадник попали? Я с отсадника выловил штук 5. Наоборот, залезли туда в него. В общем, сейчас пока... Никого не наблюдаю. Ну, нету никого. И это пузатое. То, значит, кто-то рожал, и они просто оттуда тупо заплывали. Так и не убрал я вчера вот этот горшок. Вот эту валиснель уберу я вот эту вот. И поставлю ее гупешком. Ай, блин. Так, давайте тут включим сразу свет. Всем повключаем. Помпы я с утра встаю, включаю помпы. Что вы? Головы. Ага. Малансочки вон. Пим-пим-пим-пим. Вот молодые они работяги. Они когда молодые, они работают. Вырастают все. Лентяи. Лентяюки просто, можно так сказать. Так, тут что вы тоже ждете, да, еды? Сейчас я вам дам. Что-то дам. Где там Анатолий? Анатолий, Анатолий. Вот, а нет, это платидорик. Где вы выжили, Анатолий, отсюда или что? Это платидор, мешкожаберный, степанида, степик. А где Толян, где? Где ж Толян? Толян. Толян уже где-то тут уже ныкается. Себе новое место нашел. А ну по верхам он там не плавает случайно. Кверху пузом Анатолий. Анатолия не видно. Где-то спрятался. Это там, наверное, в Валеснерии. Куда, куда ему деться? Отсюда выпрыгнуть, не выпрыгнет он. Ипполит наблюдает, сидит. Пошла булькотня сразу. Пошла сразу булькотня. Булькотня. Вот так вот повешу ее. О, вот так вот будет хорошо она, когда она будет висеть. Ну, это все надо время выбрать. Так, а где же Анатолий? Был вчера ночью тут. Нырял. За мочалкой нету. Анатолий, Анатолий. Так. Что-то не видно, Анатолий. А что вы сюда все перебрались, я не могу понять. Там он вам куча схованок, а вы вот это тут. Где ж Толян? Нет, это Степик. Это Степик. Это Степик. Короче. Вечером появится. Как свет выключу, появится. Он тут плавает туда, курсирует туда-сюда, туда-сюда, курсирует.
Так, эти зашевелили. Сейчас эти мотыля будут есть. Сима, ты все перекусила? Так, смотрим тут. Сегодня вот тут рано утром выловил двух гавайских маленьких шипзиков. Вот они мелкие-мелкие, вообще не мелкие. Наверное, пожрали всех остальных. Что-то боцы, я смотрю, не справляются с улитусами. Вон, видите, сколько улиток. Так, где же еще? Что-то два не может быть, чтобы только два их было. Не может быть такого. Никак не может быть. Ну, они вот тут вот в камышах, конечно, прячутся. Я забываю, что это за растение. Вот травник бы из него сделать, конечно. Оно бы разрастало, это бы прикольно. Так. Вот эту вольку надо забрать, вот эту большую. Что тут? Тоже сидите, да? Тоже сидите. Поменял вчера гупешек. Долил еще ведро в большой аквариум. Опять снова надо фильтр менять. Уже пошла муть. Так, тут включаем голову. Я уже включил. Нет, не включал. Вот только включаем. Тут включаем. Тут он, видите, сачок не убираю. Отсюда потихонечку вылавливаю. Отсортировываю этих. Ну, вы поняли, да? Гурамов. Больших. Вот так вот, раз, вот таким образом, клац, завернул, потом надо, потом видео включу на загрузку, он раз, два, три потенциальных подростка вижу, полетят они все сюда, тут тоже включаем, башкуем. Так, вот они эти гавайки, вон черненькие, видите, вот один и вон второй внизу. А это ж вчерашние еще гупики, что выловил. Даже нету, наверное, десятка. Ну, все уравнялось. Они так до утра и простояли в чашке. Только там на кухне были. Думал, может, под утро еще кого-то выцеплю. Но никого не получилось. Тише. Так. Вот это уже. Надо куда-то их сливать. Вот это делает все. Видите, паспорта плавают. Это птеродактиль. Вот это чудик. Тут я что? Тут я все вымыл, помыл. Тут уже чистая вода. Осмосная стоит. Не знаю, кого сюда самок отсадить, снова кориков. Что-то не выходят, они и все. С содой помыл уже этот аквариум, я не знаю, посмотрим. Поставил туда лифт, чтобы она насытилась кислородом. Ну и все, сейчас будут есть вот эти вот, вот это все бандерлогов этих кормить мотылем. Эти сухарь будут лупить, эти тоже все сухарь. Эти тоже сухарь пока, потому что... Хотя можно было и мотыляем накоцать, посмотрим. А, тут что у нас? Сейчас надо заглянуть. Вот тут так вот я на корточке присел. Хоп, встаю, разогнулся и все. И стрельнуло хребет. Нету никого, нету. Нету, а то успел кого выловить. С десяточек успел, так. Ну и все. Как бы... Как-то так. Вон улитосы собрались. Кучка мала. Я вот думаю, боцу эту клоуна надо отсюда высаживать. Он тут не будет нифига расти. Вот этого клоуна высаживать надо куда-то. Да куда? Сюда. А вот я не знаю, боцы мне вот этих вот закинуть туда в 400-ку к себе. Их не пожрут астрики. Ну, оно покажет, да? Только их надо отсюда как-то выловить. Это будет проблема. Ничего, выловим. В общем, и все. Что вам рассказал, показал. Тернецы посадить на нерест. Тут, смотрю, такая толстая, да? Глянь. Какая пузатая. Ну, не совсем. Есть помощнее, бывают они. Вот тут вот. Вот самка. Кремовая. Чикарамелька. Такая вроде. Ну, есть такие тут. Тоже экземплярчики бурячные. Можно попробовать. Так, вот эту криптокарину надо все-таки поставить мне в 400-ку попробовать. Все, обнял, приподнял, подбросил, поймал. Не забываем, прожимаем лайк. Мир, дружба, жвачка. Всем пока, хорошего дня. Так, на заставочку ляпнуть, да? А ну, что тут еще? Сейчас попробуем. Пробьем вот таким цветом. Не вижу больше. Неужели поели?
Они должны, по идее. Ну, что есть, то есть. Как-то так. Все, покедова всем. Вот так вот, блядь. Вот так вот, да, на заставку. Лоп. Нет, не так. Вот так. Тишина, вообще не слышно ничего, да, класс. О, тут, конечно, красотень.